Короче, смотрите, давайте налево, объезжаем их, заходим в тыл и всех там разносим. Изи-пизи. Фак! Пацаны, переверните меня, пожалуйста. Денис, я уже уехал. Что-то пошло не по плану. Некому переворачивать. Ой, я что-то тут какое-то светошоу запускаю. Что-то непонятное, как отключить это палево. Отключил. У тебя, считай, машина в каком-то уретро-стиле. Ай, блин. Ай-яй-яй, меня сбили. Нет, только не огнемет! Не огнемет, пожалуйста, не надо! Иди же, пассатижи! Черт, шашлык из меня сделали! Всем здорово, народ! За сегодняшний спонсорский видос стоит благодарить Crossout. Игру, в которой можно собрать куда больше, чем 1500 единиц боевой техники. Вот, Сайди, смотри. Тот момент, когда она еще не вышла, и когда она была в бетке, я хотел в нее поиграть. Потом, когда она стала открыто доступна, я... Забыл про нее. Уже было неинтересно. Как с Dota 2? Подъедет, тут сразу взорвется. Пиздошь. Я что-то забыл, что по мне еще и стрелять. Crossout предлагает из постапокалиптических говна и палок смастерить себе ультимативного металлического... А спонсор этого канала... Без спонсора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На наш. Пишите комментарии. На мой. Ваши хорошие комментарии... Это лучший способ продвинуть канал, даже не очень хороший. Хорошие комментарии, как минимум, залог хорошего настроения. Гребца. И столкнуть его лбом, пиками точеными или чем угодно, на что фантазии хватит, с другими игроками. А это пушка твоя стреляет вообще или что? А я забыл проверить. Да ты на левую кнопку, да, стреляет. Что это такое? Чувак с газонокосилкой, ты понимаешь? Да, да. Газонокосит ходит. Давай, Серега. Ой, ой, ой. Походу, как он быстро рассыпался. Машины, да. Те, кого подобный формат заинтересует, легко могут протестировать свои инженерские навыки, скачав игру по ссылке из описания. Чтобы знаешь, все было по-честному... Знаешь, что напомнило мне спорт только в мире автомобилестроения. Ну, тут, по-моему, есть что-то типа вот этих караванов или что-то такое, как в Mad Max. Качество обвесов, стволов и прочих слоев брони влияют на суммарные очки мощи машины. И матчмейкинг работает именно по этому показателю, дабы все были в равных условиях. Я, недолго думая, сразу же резонно рассудил, что самая надежная тактика — ваншот ванкилл, поставил себе мощнейшую из имевшихся в инвентаре пушек и максимально облегчил остальную конструкцию, чтобы обмануть систему и не нарваться на слишком мощных противников. Блядь! Закономерный исход! Я могу подняться, я поставил себе домкрат. Оп, скажем так, я не все предусмотрел. Мне интересно, насколько тебя отбросит. Отдача. Давай проверим. Жесть какая. А еще смотри, что у меня есть, Серег. Хопа. Ничего себе. Блять! Ну если что, это я буду тебя прикрывать. Давай. Поехали. Сейчас, только мне подожди, мне потребуется какое-то время. Систему не наебешь. Денис по нам стреляет. А я что сделаю? Ну не знаю, куда. Я это не контролирую. Короче, по-моему, я отвоевался, пацаны. Так, а я пока слегка переделаю свою тачку, потому что я понял, в чем заключается проблема. Насколько я понял, с прошлого матча мне не хватило устойчивости. И как мне кажется, я решил. Меня останавливает играть в эту игру только одно. Тут надо создавать машину, а значит, надо включать мозг. А я думала, что надо, в принципе, зайти в создание, так сказать, и там зависнуть можно несколько часов. И это тоже. Решил эту проблему. Сейчас что у меня должна это? Быть играть? Зачем играть? Ёп! Ну, я хотя бы не перевернулся в этот раз, поэтому сойдет. Ты похож на пушку времен гражданской войны США, которая после выстрела, блин, откатывается на полкилометра. Дима такой на цыпочках ходит. Я обойти пытаюсь. Крадется. О, враги. О, даже попал. Отлично. Серег, давай прессовать его. Да, но отдача сильная идет. Иди сюда. Черт. У меня колесо отлетело. Разобрали. Но на самом деле вдоволь проржаться в Crossout удастся, даже если фантазии, как и у меня, на донышке.
Достаточно зайти на выставку, где любой желающий может поделиться своими творениями с окружающими. Охренеть. Все это мне вообще напоминает, знаете что, Burning Man. Да, кстати. И собрать себе там настоящее произведение что искусства это? По чужим чертежам. Все внимание на меня. Твою мать! Блин, я это говно видел. Как это работает? Что с этим делать? Толкать, я не знаю. Ой, блин. Толкать его. Вот это его понесло. Это похоже на сцену из Интерстеллара, где они рассыпался, короче. Причем многие явно используют игру просто как конструктор, а не как мультиплеер. Самые гениальные образцы тут либо слабо приспособлены к PvP. Слушайте, оно дееспособно. Оно катается и даже стрелять может наверняка. Ну так. Блять, что только люди не сделают, а? Тут, короче, есть Лада Седан. Лада Седан! Баклажан! Я же баклажан! У него он даже стручок есть. Не стручок, а черенок. А, черенок, хвостик. Как оно, блядь, называется? Хвостик. Сука, я не могу. Она еще и стреляет. Кто поклажан? Да, кстати. Либо местные шедевры непригодны к боевым действиям вообще. Шаурма. Что за ёб твою мать опять? Откуда ты все это берешь? Ты че, Катанос? Оно едет вообще? А, ты просто стоять будешь или че? Ой. Это перчатка Таноса! Перчатка бесконечности! Мне сначала показалась шлюпка Таноса. Шлюпка Таноса это этот. Как его, которого в космос выкинули. Какого? Эбонимо. Мудофил. Да и стой тут. Хоть бы колесики этой херне приделал. Но в любом случае, все это демонстрирует, что какашка. Нет предела человеческой изобретательности. Господи, Дима за какашкой. Такой ты руинер вообще. О, блядь, что это такое, крыса? Блядь, еще и карта, смотри. Форме матки. Такой ты руинер вообще. О, блядь, что это такое? А мне показалось, это лицо. Или демон какой-то. Ну вообще, смотри. Глаза, нос, рот. Ну, пол ебала нет, конечно, да. Да, я понимаю, что на матку это тоже похоже. Это придатки, яичники, матка, влагалище, шейка матки, эмбрион. Каждый видит свое. Такое, крыса. Это брейкдансер, но я что-то понимаю. Пиздец. Ничего себе шустрый какой. Да у него три пушки сразу. Ёлки-палки. Блин, вот это он себе собрал махину, а? Я такую же хочу. Ну все, шутки кончились. Здорово! Ну, я зашел флаг, они развернулись, меня запинали. Тебе БМБЛМ минуснул полностью монетизацию в видосе. А, вот они, нашел, в тылом едем. Тихо-тихо. Предыдущим. По стелсу. Окей, давай с тобой. Ты же сегодня выложил. Сюрприз, мазафака, что, не ждал меня? Ну, я как раз тоже про нее подумал. Готов. Всю мелодию так отдаленно напомнила. Тебе сбили поди колесо там или движок. Башня подскочила еще. Нормально. Мне напоминает игру, как она там называлась, что-то там крафт, где там тоже из блоков, помните, мы играли, там из блоков машины надо Steamcraft, по-моему, строить, причем там изначально из деревянных блоков машины, а потом типа улучшаешь. Прикольно. Ну, не знаю, мне не зашло. Нет, сколько вас сюда понаехало, елки-палки, а че, мне всю машину разнесли в клочья, все слои брони сняли. Поехали. В смысле, да? Там не гусеницы поехали, там танк просто я такой. Да я поняла. Ощущение такое. Это были одни гусеницы, она бы минуснулась. А, ну да. Да, я бы не удивился, тут могут быть одни гусеницы. Я сражался как лев. У кого писька больше? Ёб твою мать. Что это? Ты явно ничего не компенсируешь. Да. Скорпион был прикольный. Это что такое? Где? Да это... Ты что? Ты... Ну, чё ты тупишь? Писька больше. Ёб твою мать. А, всё, понял, да. Что это? Ты явно ничего не компенсируешь. Да. Это что такое? Тим Хейн даже за мной пролетел.
Ой, мои ноги, мои ноги. Диме задние лапы отрезали. Против тебя какой-то верблюд играет, а у тебя харкает с какой-то херней. Все, а у меня ногти теперь не бежишь. И упал. Отвоевал свое. И ты прямо как лейтенант Деннис Форреста Гампа. Я жестко. Вот он, я сайдет. Я прямиком из доты приехал. Опять. Опа, это мой клиент, это мой клиент. Ит! Как ты еще живой-то остался? Ит! Все, враг побежден, пацаны. Только один. Прикольный, три лоби. А, минус. Такой показывает, это, типа, кадр минус, он убивает одного, и тут же справа видно, что приезжает три врага. А у него почти все эти мины на палочке кончились. Они одноразовые. Ну, главное вовремя закончить эпизод. Ну да. О, ты себе ББЖР, что ли, взял? Опа, все. Улетел. Это, слушай, это та самая, это чела, которая у ББЖР в ролике была? Походу. Ну что, давайте все их возьмем. Вы в курсе, да? Подъезжаете, крюком цепляете противника и врубаете ускорители. Да, если я за тебя зацеплюсь. Да. О! Прогибом! Прикольно! Не-не-не-не-не! Отстань! Отстань! Блядь, дебилы! Тиммейты очень довольны, наверное. Короче, та игра, про которую я говорил, полностью слизана с этой, потому что вот тоже машинка взрывающаяся может поехать. Идиоты, взяли друг друга, убили. Дима еще одного цепанул. Давай, Серега! Ты его не забил, походу. Во-во-во, едет на нас, едет. Чурмой. Опаньки, полетели, чувак. Блядь, он тяжелый. Говна кусок тяжелый. Ну, репку нашли. Крепенький. Тянем-потянем, вытянуть не можем. У Димы что-то получается, там у Димы что-то получается. Хорош. Разбил. Хотя что-то я в киллфиде не вижу ничего. А он это за я его на карту выкинул. Нормально. Я вижу мелкого. Да, вижу. Блять, там его прикрывают, пиздец. Ничего, сейчас я его подброшу, стреляйте по нему. Давайте, красавцы. Сука, совсем небольшая пушечка. Капец, это из нескольких частей она, что ли, или чё? Дима точно что-то компенсирует уже который раунд подряд. Опять пиписька какая-то, что ли? Ну, у него дуло, блин, длиннее, чем весь мой танк. О, я нашел подходящую тачку для Димы. Сейчас. Какую? Чё там, в виде каблука? Мразь, что, блин? Я в чат скинул. Гиперкомпенсация. О, да. Дрифтмастер. Дрифтмастер. Ага. Но я уверен, если поискать каблук, здесь тоже можно найти. Ну и мрази вы. Рамштайн начинает играть, а мы слышим на заднем фоне, как кот закрывает иди дверь. Сюда, блядь. Мой фраг. Пойдет. О-о-о! Что-то тут с огнеметом. Мы танцуем, тут наша маленькая танго с чувачком. Поддержка огнем. Вот это четко подмечено огнем. Опа, че, не ждал меня из инвиза, да? Гори, елочка. Kill it with fire. Какой жирный-то, а? Затаранил. Еще один враг, да ё-моё. Да, вы остались вдвоем против пятерых. Да. Тебя сейчас убьет заноза в сраке. Уйди. Ну всё. Красиво. Он таки поставил мне занозу в сраку. Да. Вот такая нарезочка. Для тех, кого увиденное заинтересовало, я оставлю ссылку в описании. По ней можно скачать игру бесплатно, а заодно и внутриигровые бонусы получить. Финальное спасибо Красаут за то, что проспонсировала это видео. Спасибо всем и каждому из вас за просмотр. До скорого. А? Так и знал, что не конец. О, смотрите-ка на акула боя. Куда он? Ну, указ повесился. Он повесился просто. Он такой, один я не затащу. Fuck this shit.
Просто пиньяту из себя сделал. Ага. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте смотреть оригинал. Собака, я криворукая. Вы знаете, что делать с этим видео. Что делать с этим каналом. Приходите на следующие видео. Заходите на стримы. Расписание стримов будет в описании видео. Вроде все. До скорых встреч. Пока. Пока.